We film movie about Kenya. So. Вот наше место, новое жилье на ближайшие два, на ближайшие две недели. Сюрприз была. Представляешь, как там все выжигает. Ну да, но... Это Антошка. Для чего это снимается? Для смотрите дальше и узнаете. Мы это, дорога, кстати, к Токио. Мы кстати, как да, Искандер делает олимпийский это... норматив, получает нейтральный статус, едет на Олимпиаду и выигрывает Бекелей Кипчоге. Ну, ты там в конце преувеличил, мне главное просто поехать. Тут есть телевизор, у Майны просто нет телевизора, а тут есть телевизор. Все, так, это Антон, это Антошка, надо запомнить. Это наш первый ужин в Итоне. Можешь рассказать нам, что здесь? Ну, это скума, это мы уже знаем. Это скума? Ужасный вот это скума. А там что? Картошка. А почему вы называете свит? Что это, сладкое, вкусное? Не, не это... знаю, но это картошка. Просто вот это что картошка такое необычное? Картошка просто пуля. Это салат, это острый же, да, перец? Ну, это просто капуста. Все, ничего особенного. Ну, ничего особенного. Так, ну, конечно, после недели пребывания в Кении с чередованием угали еще там просто... О, пацаны, здорово! Круто. Проснулся. Итон – это мекка бегунов. Практически все сильнейшие стайры современности тренируются здесь. И более того, тысячи бегунов со всего мира съезжаются сюда, чтобы прокачать свою выносливость. Нам нужна была группа, к которой мы могли бы присоединиться и тренироваться по их программе. Сложность заключалась в том, что таких групп здесь огромное множество, и среди всех нам нужно было выбрать ту, которая идеально подходила бы нам. Группу на ближайшие две недели с кем-то тренироваться, и желательно, чтобы эта группа максимально подходила к моему уровню, возможно, чтобы была марафонской. Вот я сегодня у Зейна спросил, они дали мне чувака Харон Лагата из Америки, бегает стипы, при этом он кенийец, сейчас он здесь, и что-то все странно, но возможно их тренировки мне подойдут. Мне нужно ему позвонить и спросить, могу ли я присоединиться. Харон, мисс Тандер. В итоге мы договорились, он сказал позвонить ему в 8 вечера и договоримся о точке встречи, и можно будет завтра присоединиться на легкую пробежку. 16 километров, как раз то, что нужно. Сегодня первый день тренировки, договорились встретиться с группой вот здесь, в этой точке, пока никого нет. Не знаю, придут ли они вообще, не обманули ли нас. Yes, yes. How are you? Fine. How are you guys doing? Thanks for Yeah, you guys are welcome. В итоге группа нашлась, все отлично. Сумасшедшая группа, лидер-американец стипльчизист, бежал в этом году, дебютировал марафон 2.11. Группа состоит, по его словам, из всех видов дистанций. Там и марафон, и стипль, и средневеки, все-все-все. Пол Чилима, например, тренируется тут, это поймут только профессионалы. А в итоге все классно, тут марафонцы высокого уровня, и я вот буду тренироваться сейчас с ними, пытаться удержаться. Это просто сумасшествие какое-то. Хорошие треньки вам. А? Хорошие тренировки вам. Что? Хорошие треньки вам, говорю. А, сейчас я боюсь, что нас испытывать будут. Надеюсь, не дойдет до того, что они будут нас проверять. Они всегда говорят, это будет изи, легко, но, как говорят, манда из манды. Надеюсь, не дойдет до такого. Потому что всегда, когда приходят новенькие, особенно белые, им надо их проверить. Им надо их отцепить, показать, кто здесь хозяин, кто здесь босс. Блин, сейчас я боюсь, что будет такая проверка. Харон Лагат добавил меня наконец в группу в WhatsApp, тренировочную группу.
Можно ли это интересно считать, что на третий день с ними мы наконец завоевали доверие, и они приняли нас в свои ряды? Я думаю, можно. Сегодня у нас последний трек здесь, на высоте 1900 метров. Самые настоящие страдания всегда происходят именно на дорожке. Ни одна тренировка, даже та, которая была вчера горная, не сравнится с этим. Это можно будет увидеть сегодня, обновиться. Потому что скорости совсем другие. Нужно всегда быть начеко. Легко потерять группу, куча групп, все черные, все на одно лицо, не поймешь, где твоя. Стоит чуть-чуть отвлечься, все, группы нет, вот наши. Сейчас вот этот вот парень, который слился просто с толпой кеников, это Сондра Моен, экс-рекордсмен Европы, личный рекорд 2.05. Динкс. Сейчас мы вам показали девочку, ее зовут Анна Моллер, это датская стипльчезистка. Стипльчез — это 3000 метров с препятствием бег, там такие огромные барьеры и лужи с водой, в которую прыгают один раз на круг. Вот. На прошедшем в 2019 году чемпионате мира по кроссу Анна была первой среди белых. При том, что ей 23 года будет только в этом году, она могла выступать в своей возрастной категории, она соревновалась со взрослыми, а там были африканцы, все самые топовые европейцы, она была первой среди белых. Заняла в общем зачете 15 место, это просто супер круто. Типа того, в общем, девчонка реально просто в таком паридосе. Ну и как видите, чтобы тренироваться с сильнейшими, нужно приезжать в Кению. Все грязное, шорты все грязные, все в пыли, лицо наверняка тоже, особенно если ты потеешь, все это потом грязью стекает, но это прикольно, это как бы такой показатель, что мы прошли через грязь всю вот эту вместе. Длинные волосы собирают столько пыли, что ты задолбаешься их мыть потом здесь, в Кении. Если собираетесь ехать сюда, лучше постригитесь. Кенийцы вообще не дисциплинированный народ, ну я бы их отнес как категория раздолбаев. Они никуда не спешат, все время опаздывают. Но вот что касается самой тренировки, я заметил, здесь у них прям, можно сказать, абсолютная дисциплина. Когда бегут в группе, всегда какие-то знаки, поворот, препятствия, еще что-то, всегда все предупреждают. В Москве я вообще такого не видел никогда. То, как они чувствуют темп, вот это все относится к дисциплине, и вот здесь они просто какие-то монстры. Как они это делают, я думаю, это вот есть тот показатель того, что кенийцы крутые бегуны. Ну что, Искандер, как питаются чемпионы? Вот восстановительный напиток, вот восстановительное питание. Согнувшись, стоят. И в какой-то момент она вся забита, все стоят согнувшись, кто-то лицом.
Я же гонял на нем когда-то. Так, вот это что? Давай. Итак, мы находимся на высоте 1520 метров, вот если видно. 1520 метров. Сейчас мы будем бежать 20 километров вверх по серпантину и должны забежать на высоту 2700. Это 1200 набора. Очень дикая тренировка. Говорят, Кипчоги сейчас делает ее каждую неделю. Такую тренировку. Первый потерпевший сегодня доставлен в реанимацию. Не, я еще выйду попозже. Наказать их на последние 1000. Да. Я хочу. Давай. Держи. Реально, последние 5 км, как будто после штанги сразу же бежишь. Ноги все время такие прям закисленные. Офигеть. Я хотел сойти уже на 12. Хорошо, что у вас места не было. Можете нам снизить больше 5 км? But you have to be tough. You have to be tough. Really tough. You have to be really tough on this one. Ты красавчик. Окей, окей. Завтра будут разбираться. Здесь, в Кении, никому не важны ни ваши заработки, ни заслуги, ничего. Здесь считается с тобой только если ты имеешь высокие результаты. И вот каждая тренировка, на которой ты смог себя проявить, это плюс такой большой шаг в репутацию в этих глазах, в глазах этих ребят. Ребят, привет! У нас сегодня специальный гость, это Харон Лагат. Знакомьтесь, американский стипльчейзер, который в этом году будет штурмовать новую для себя дистанцию. Конечно же, это будет марафон. Харон сейчас со своей группой находится в Кении. Перед тем, как они побегут свой старт, 29 февраля в Америке пройдет отборочный марафон в Атланте. Это будет супер мясной старт, с него будет отбираться команда для участия в Олимпийских играх 2020 года. 3 лучших американца попадут, получат билет в Токио. Вот, и Харон с его командой хотят, конечно же, быть в их числе. Hello, Харон, thank you for joining us today. And how are you? Yeah, thanks for having me. I'm pretty fine. I'm excited to be here today. You looking a little bit tired? Yes, I'm tired. It's been a long day because I woke up in the morning. I ran for 20k. This because tomorrow we are 40 kilometers. You know, I have to get rested. 40 kilometers. Yes. Yeah.
So we are here to speak about your training group, your training preparation for marathon. So can you tell us something about your Kenyan training group, which is based here, about something about core team, how it was established, something like that? Yeah, so basically we are getting ready for the Olympic trials, for the US Olympic trials, going to be February the 29th. So we left the US coast a little bit cold, maybe six of us. Then three of us came to Iten. We came here. We create our own group, which is very, you know, unique because we have a lot of people now who are committed in this program. And I'm really excited because we have had the best group that we ever been. The training has been going really, really well, as you guys have seen. And it has been great having you guys again in the group. You know, we have two guys who are really, really getting better. The two boys are getting really way better. We were really excited about them staying longer, but unfortunately they say they're going to leave. What is the difference between the Kenyan mentality and the non-Kenyan? We kind of believe in the recovery days to go really easy, but the Kenyans, you know, we just, even like you have a workout tomorrow, they could go really hard today, nothing about tomorrow, which is different. And again, we are very open-minded. We adjust, we do adjust. When we are tired, we do adjust. When we feel like, okay, this day we don't have to go to this hard course, we do adjust. But a Kenyan mentality is just, they don't pace. It's right now. But at least with us, we pace ourselves. We think about yesterday, we think about tomorrow, we think what's the next workout, which is a bit different, you know. But since I've gone to the US, I think I have an open mind. I'm really open-minded. I see things in wide perspective. I'm not just thinking in just running wise, you know. And again, we lift. You know, before I went to US, I never lived. And that's made a big improvement to me. Then I never even think recovery is so important the way I do right now. We are one of the best now in the US. Because why? Because we do work together. Because we came together. Because we decided for us to be successful, we just have to create a group that we all work together. And we took the Kenyan mentality. We took the Kenyan way of, you know, working together. You see this Harambe? Yes. Yeah, it means come together. We do believe in that, and we believe, like, you know, we pull together and we shall be way better. It has actually paid off really well. So let's talk about Iskander. So he spent with your group only 2 weeks. So do you think it's possible to make some prediction on his marathon result? I think I will. How? I think I will. I know the worst he can run is 2:13. The worst he can run. That's the worst he can run. But a good day, I feel like he's a 207, 208 guy. 207, in a good day. 208? Yes. Seriously? I do feel, because you have seen by yourself the big improvement he has made. You have seen. Hopefully he doesn't overdo it, or when he feels he's tired, I believe he needs just take a break and just keep going. Because he is a hard worker. That's the best thing. He never missed training. You go still, you feel like, okay, this is where I could do it, but I trust him, you know, I'm going to follow him, you know, I'm going to see how he does. I don't know what he's going to do after this, but I wish he was going to Seville. I felt really bad when I saw what he wrote in the Instagram. It hurts me so bad. Oh, yeah. Because when you put a lot of work, then at the end of the, you know, you can do something that's not your fault. You know, sometimes these things, it's not your fault. You know, it's not him. It's someone else who created all these things and now it's affecting other people. I feel that's very wrong and I feel for him. He has been working really, really hard. And I just wish him the best. I wish things could change and be allowed to compete, because I feel like he should be in the Olympic team for the Federation. And it will be nice to meet you and him, yes, in Tokyo. It will be good. And I'm excited for the next 5 weeks of training. Yeah. We will follow you. Thank you. Thank you. Yeah, thanks. Around. Yeah, thanks so much. Yeah. Сегодня у нас скоростная тренировка, фартлек, бежим в рваном темпе, это называется 2-1, 2 минуты бежим быстро, 1 медленно.
закончились силы сегодня, наконец. Не смог удержаться, решил закончить тренировку, чтобы не убивать себя окончательно. Но было очень тяжело уже. Надо пару дней отдохнуть, думаю, легко побегать. Все, поехали домой. Tomorrow, короче, маленький. Полная жопа. Я сейчас рискую отчасти. Я с мочой должен бежать. В смысле? Меня сейчас все бесит. Я очень злой.